Всем привет, мои дорогие подписчики и новые зрители. Сегодня я хочу показать вам очередную посылочку. Я подписала подругу, то бишь своего мужа. И сейчас я покажу, что мы заказали. Так, вся посылочка стоила 388,40. Как обычно, пришел каталог с девушкой в шляпе. Я позвонила в Ивраше и сказали, что... Я спросила, сколько я могу подруг подписать. Они сказали, на каждый каталог по 2. Так что у меня это уже третий каталог. Я могу подписать 6 подруг. Итак, что же было в моем заказе? Вот такой чудесный набор. Гель для душа и молочко для тела. Малина и мята. Этот набор стоит 169 гривен. Очень хорошая цена. На сайте этот стоит набор по акции 199 гривен. А по отдельности еще дороже. Так, вторая позиция у меня была крем для рук. Ароматный крем для рук. Парфюмированный крем для рук. 30 миллилитров. Он стоил 54,50. Я взяла посылочку на минимальную сумму. Минимальная сумма по бланку 299 гривен. Ну, чуть больше вышло. Плюс 50 гривен заказ. Поэтому заказ не очень большой. Также я взяла 2 бальзама Стика. Они стоили по 55 гривен. С запахом, с ароматом ванили и карите. К зимнему времени эти стики очень нужны. Я ими пользуюсь, они мне очень нравятся. И всем рекомендую, кто еще не пробовал. Цена на них 55 гривен по бланку, я уже напоминаю. Очень выгодная цена на сайте, они по 99 гривен. Так, а что же у меня было на подарок? Это весь мой заказ. А на подарок, друзья, у меня была вот такая туалетная водичка. Я давно ее хотела. Аромат я его знаю. Листья вербены. 100 миллилитров. Я думаю, это очень достойный подарок. Еще лето не закончилось. Можно им пользоваться. Запах свежести. Хороший очень аромат. И, как вы все знаете, за подписку подруги дарится по бланку вот такой вот аромат Оля Мур. Так что я очень довольна своим заказом. Я планирую еще подписывать своих родственников, подруг, чтобы получать подарок Оля Мур. А сейчас откроем вот этот аромат, посмотрим, как выглядит обновленный тюбик. Раньше он был стеклянный, красивый такой, прозрачный, зелененький, высокий. Сейчас они сделали немножко другой формат. Не такой красивый, но очень достойный. Вот так выглядит сейчас эта туалетная водичка, парфюмированная водичка, листья вербены. Аромат свежести. Сейчас попробую. Для лета то, что надо. Шикарно пахнет. Вот такой вот у меня заказ с подарками. Подписывайтесь на мой канал. Будут еще видео от Ивраше. Всех люблю и целую.